Пошел следующий. Суд приговорил. Время от времени в телецентре Останкино можно встретить этого человека. То ли режиссер из провинции, то ли небогатый предприниматель-производственник, а может и просто штатный зритель одного из ток-шоу, ничего выдающегося ни в одежде, ни в манерах. Типичное русское лицо, неторопливые движения, такие живут и в столице, и в глубинке. Разве что фамилия у него знаменитая, оружейная, Калашников. Но мало ли в огромной России однофамильцев Калашникова. Писателей, инженеров, ученых много и разных. Но не таких, как Олег. И суть этого человека не внешность, а добро, которое он принес в этот мир. В самом начале работы над фильмом его автор и режиссер Вахтанг Микеладзе сказал всей творческой группе, что каждый раз, когда он видит Олега Калашникова, ему хочется подойти, поклониться и с любовью поцеловать этого человека. Человека, личным подвигом которого с 2002 по 2008 годы в различных исправительных колониях за колючей проволокой построено 4 православных храмов. Вот сейчас я вам покажу. Благословение патриарха. 21 февраля 2007 года. Канцелярия святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Настоящим сообщаю вам резолюцию его святейшества. Господь да благословит труды Олега Калашникова по строительству православного храма во имя святителя Николая в федеральном государственном учреждении «Исправительная колония номер 1». Храм за колючей проволокой. Колоний на свободу уже не выходит. Это, наверное, правильно, хотя и жестоко. Но есть ли предел жестокости по отношению к присвоившим право насиловать, мучить, убивать? У общества своя логика, а у пожизненного срока своя арифметика. Тюрьма – это самая гнусная мера наказания, а никаких других нету. Не придумали ничего. Во всем мире огромное движение. У нас был такой ГЭС, тюремный врач, который всячески стремился, да, мы без тюрьмы не можем, но давайте ее очеловечим. Чтобы это был не зверинец, а все-таки, чтобы то, что у человека осталось, сохранялось, если можно, развивалось, там, через труд и так далее. Это огромная проблема, как организовано исполнение наказания в виде лишения свободы. Отсюда, какими выходят люди, каждый год сотни тысяч выходят из ворот тюрьмы. А есть ли для них дорога к свету? Тюрьма – это самое такое место. А что сделали вообще? Вот кто ждет, которые девчонки молодые выходят, кто их ждет? Всем равнодушие такое сделали, что вообще... Кому они нужны? Вот они пошатаются здесь и опять туда попали. Сколько пока храм строил? Каждый храм – это год на зоне. Начал храм строить от малолеток
до пожизненного заключения. То есть все режимы. Уже больше нету. Все режимы. От малолеток, общий, строгий, особый, крытый и пожизненный. Храм на зоне – это единственная ниточка спасения для осужденных. Кто ему еще поможет? Только Бог. Первый храм построил я у девчонок на малолетней колонии в Рязани. Вот девчонки, собственно, молодые, сопливые, но уже тяжелые преступления надели. Это надо винить нас, взрослых, почему дети сидят в тюрьме. В последнее время такие концерты в колониях перестают быть явлением исключительным. Но это только шаг общества навстречу тем, кто еще способен понимать добро. Их десятки, сотни тысяч, живущих в черно-белых мирах исправительных колоний. Именно исправительных, вдумайтесь в значение этого слова. Но только через сердце эти миры становятся цветными. Эти служители закона сегодня то, что наверняка не положено по инструкции. Правы ли они? Наверное, да. Ведь воспитывают не слова, а поступки. И жестокость не всегда то же, что справедливость. И нас судьба соединила с Вахтангом Микеладзе, который... Для него это близка, эта тема тюремная. И сделали, выпустили вот такой фильм. Называется он «Умягчение злых сердец». В этих глазах еще трудно найти любовь, но ненависти там наверняка стало меньше. Еще раз спасибо вам, и охранявшей, и выступавшей в тот день. Спасибо за этих девочек, оставленных на сцене вопреки всем правилам колонии. За эти просветлевшие лица. За эти вдруг проснувшиеся сердца. В одном концерте девчонки сами и начальство попросило поставить им храм. Ну и девчонки тоже таскали бревна и тяжелый труд, но с легкостью. Все с легкостью было. Сбиться с пути проще, чем снова найти свою дорогу. Она, как и жизнь, одна. Но искать ее надо всегда. И эта дорога, дорога к храму. Шанс твой выжить и подняться, покаяние. Лишь прими своей живой еще душой. Погрубевшей и озлобленном сознании место есть для веры чистой и большой. Как дитя Марии улыбнется, плачет мать от
смягчение злых сердец, и тебя своим прощением коснется тот, кто есть любовь, Всевышний Бог. Душа твоя покой. В 14-й колонии Мордовии тоже попросили девчонки уже сами. Я понимал, что это очень тяжело начинать строительство в зоне, потому что это сюда нельзя, туда нельзя, сюда не пройди. В таком духе это очень тяжело. Ну и девчонки тоже таскали бревна. Первым, кто благословил Олега Калашникова на этот нелегкий жизненный путь, был духовник Оптиной пустыни и иеросхий монах Илий. Может быть, уже тогда, в самом начале 21 века, старец видел и чудесно исцеленных от туберкулеза строителей, и прозревшие покаянием сердца. Не каждому дано выполнить свою миссию на земле. Даже знать, в чем она заключается, скольким людям эти православные храмы дали веру, дали надежду. Как вы считаете, почему именно вас Бог призвал к такому служению, строить храмы? У меня такой крест по жизни, чтобы строить для чего-то. После Чернобыля, где я был в 86-м году, непосредственно на реакторе, Господь дал жизнь. Для чего-то. Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», 2002 год, поселок Льгов. Храм Святой Анастасии Узорешительницы, 2004 год, поселок Парца. Храм преподобного Сергия Радонежского, поселок Евас. Да подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. В 2007 году на освящение храма приехал митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, когда-то осужденный советским режимом на 10 лет как служитель культа. В этих мордовских лагерях он провел 3 года. Кому, как не ему, митрополиту Корнилию, осужденному когда-то за веру, понимать, что значит храм в этих местах? Вот еще одна история. Альбом о строительстве храма на пожизненных заключенных. Смотришь от начала до конца. Зачем? Некоторые спрашивают, ты там делал. Да, там сидят, конечно, такие отморозки. Детей насиловали. Ну, слава богу, что их не подпускали, они сидели в одиночных камерах. Кто из них, уверовав Богу, есть такие, просили слезно, у них построили церковь. И сами они участвовали в работе. Они точили детали для храма только в камере и только шкуркой. А не было таких, которые протестовали бы? Это вслух никто не говорил. Вот ихняя работа. Вот как они работают. Начиная от всего.
не думаю, что храму кто-то будет. Во-первых, в зоне какое-то пошло движение. Какое-то движение, что-то новое. Среди вот этих серых бараков, колючей проволоки растет на глазах замечательный храм. Вот, фотографии все показывают. Лица, колокола. Все как в настоящем храме. Даже храмы получаются вот по красоте, честно, лучше, чем на воле. Наверное, потому что стоят в необычном месте. А как отнеслась церковь к тому, чтобы построить храм для пожизненно заключенных? Все за. Все за это. То есть никого не нужно было уговаривать? Все только за. Это же на это строительство благословение патриарха я получил. Церковь, естественно, за строительство. Как это может, если в Евангелии написано посети темницу, больницу, милосердие, сострадание ближнему, возлюби брата своего, как самого себя. О чем тут, как может церковь быть против? А это единственное в России, тем более, построено для пожизненных заключенных в Мордовии. И помогало начальство. Вот он, начальник, который приходил. Он не верил сначала ни во что, но потом, во время строительства, сам покрестился. Вот он меня просил. Я говорю: Владимир Ильич, я не знаю, когда мне. Давайте приедем туда, на место, тронем. Ну, посмотрели, и у них там православная община создана в этом особом режиме. И зэки сами просили, что нам надо храм. Я специально еще уточнял. Вы действительно хотите, чтобы он у вас был? Ну, вопросов больше не было. Люди, молящиеся и день, и ночь тебе. Спасибо, Владычице, святую Русь, спаси. Возьми, как прежде, это время на себя. Настало время испытаний на Руси. Не устоять и не воскреснуть без тебя. Спаси от голода, хатов, от меча. Вот эти трое заключенных, стоящих справа, приговорены к пожизненному сроку. О них мы еще расскажем в следующем фильме. От вечной смерти, от вечной паски. Су страху Божиим и верою приступите. Причащение святых Христовых тайн – главное православное таинство, в котором покаявшийся, обязательно и искренне покаявшийся христианин соединяется с Богом, получает залог вечной и радостной жизни. Даже тот, кто не заслуживает человеческого прощения на земле, ибо у Бога все дети. Это ли не самый прямой путь к истине, к возрождению совести и любви, в том числе здесь, в этом черно-белом мире за колючей проволокой? Все причастники, на молитвенную память храму святого Николая хочу подарить вам вот эту иконочку «Иисус Христос в темнице», чтобы он вас тоже вдохновлял, что вы, Христос к вам также приобщился, он с вами рядом всегда. Поэтому берите пример с него, вот, и молитесь ему, чтобы Господь помиловал вас. Эту храму подарить также Святое Евангелие, чтобы здесь вы слушали его, и уже оставшую жизнь только жили по святым Христовым заповедям. Нашему дорогому Виктору Алексеевичу,
начальнику, хочу подарить иконы Николая. Пусть его сын Николай сохраняет также во всех путях его жизни, потому что с приходом все сюда я почувствовал какой-то здесь больше контакт, потому что он мой земляк, Тарасевич, и мы с ним как-то вместе работаем хорошо, Тарасевич. Пусть Николай благословляет Ликона Сафона, Святой Горы, Венец, Святой Горы Афонской вас за ваше дальнейшее служение и дальнейшие труды. Хочу также отметить я и начальника колонии Владимира Ильича Гангеева. Здесь, пожалуйста, вам большое спасибо за вашу работу. Грамотку повесьте себе на память. Пусть будет у нас. Ну и нашего замечательного друга Олега Григорьевича Калашника отмечаю грамоту. У него уже орденов некуда вешать, он только грамоты. Спасибо, Господи. Вы дружник наш великий. И дай Бог вам дальше много строить. И Господь от вас. Я понимаю вас. Освящение храма во имя святителя Николая Чудотворца, состоявшееся 23 января 2008 года, и божественную литургию в этот день совершил архиепископ Саранский и Мордовский в Арсенофе. Один год и два месяца строился этот храм в поселке Сосновка, на стыке двух зон, одна из которых для приговоренных пожизненно. И этот день объединил и осужденных, и сотрудников в нечто большее, чем просто федеральное исправительное учреждение. Все они стали частью единой земной церкви, где каждому есть место. И это счастье Господь подарил через Олега Калашникова. И сегодня вся наша творческая группа присоединяется к словам благодарности этому замечательному человеку. Прече Господь, блаженно милостивы, яко тии помилованы будут. Евангелие от Матфея. Мы сами знаем, что если дорога жизненная не ведет к храму, то лучше по этой дороге не ходить. Вот многие, наверное, заключенных убедились, что лучше всего, если бы наши пути жизненные проходили через храм. Жизнь совсем была бы иной. Но если наши пути кривые, и мы петляем по жизни, то обязательно попадаем туда, куда не хотим. Дорога не может вести в никуда. Иначе зачем она нужна на земле? Дорога жизни должна вести к свету.